Оу, неплохо. Не шедевр, но сойдет. Мне нравится. Побольше бы таких штучек. Хотя лучше бы обложку. И всем привет, с вами Растин, и сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы Blood Magic, и мы начинаем. Ну, не то чтобы плюсы, минусы, я хочу рассказать то, что понадобится, чтобы изучить Blood Magic, что мне понадобилось для его изучения, в принципе. К примеру, вот мой алтарь, сейчас он не действительный, так как используется для заклинания. Вот оно, заклинание само, оно взрывает, также если у вас нет крови, короче... Вот в этой штучке, то вы будете постепенно наносить себе урон. К примеру, сейчас у меня крови нет, и я тыкаю, и получаю от этого урон. Но и другим существам тоже наносится очень высокий урон. К примеру, сейчас мы проверим это. Наверное, я зря выбрал ночное время, тут ничего не видно. Ну, надеюсь, хоть что-то вы разглядите. Что тут происходит? Эта скорая штука до моего дома дойдет. Ладно. Это меня не волнует, я ищу вот эти штуки. Так, мне... Вот, к примеру. Зараженный рой, 30 хп. Опа, а его уже нету. Так, зараженная слизь. Ух, сколько эффектов на нее действует. Лучше быстрее лететь домой. Дом-милодом. Ох, даже не прогружается. И ложим в сундук. Я сказал в сундук. Все, замечательно. Кроме заклинания на взрыв, есть еще и другие заклинания. К примеру, сейчас я лучше не буду использовать обсидиан. Если я использую обсидиан, вокруг меня построится стена. Это будет не очень приятно, так что динамит я положу... Я сказал, положу обратно. Все, спасибо. Вот такой алтарь. Он у меня вроде бы сейчас 4 уровня. Я это сейчас узнаю. Тыкаем. И да, алтарь 4 уровня содержит в себе в 12 тысяч емкости. Вот так все интересно выглядит. Там внизу... Вроде бы... Нет, там нету блока. Вот. Большой кровавый кирпич. Крафтится, кстати, легко, когда у тебя есть такой замечательный меч, как этот. На 15 урона. Не то, что мой старый, который наносил сколько там? 13 урона. Ну, в принципе, в первую очередь мне понадобились доспехи земли. Потому что если бы каждый раз нажимал правую кнопку мыши и добывал бы кровь, я бы умер. Ну, либо просто дошел бы вроде бы до 1 хп. А так, доспехи земли меня полностью защищают и даже не ломаются. Хотя я уже 2 раза успел доспехи земли сломать. Да, это... Что может быть хуже, когда ломаются доспехи земли и зачарованные? Сколько мне они там зачарованы? Ну-ка. Вот, вот такие 2 штуки. Сейчас, не могу зачаровать, у меня сейчас не 54 уровень. Тут у меня какой? 52-й, 52-й. А эти я вообще недавно выбил, мусор какой-то. Я хотел скрафтить, к примеру, по ноже боевого мага, но уже не получится, потому что мне нужно убить хранителя огня, а тут этого еще никто не сделал. Видимо, сильный дядька, на него, кстати, нужно идти на 90 уровне. Мы успеем, думаю, к нему прийти и убить его, потому что я уже начал приготовление. Надеюсь, он меня не убьет. Вот, эссенция воды. Надо, если 90 уровень, хотя бы до 20 докачаться, потому что это нереально. Кстати, надо будет заклинание начать изучать. Тоже важно очень. Рассмотрим еще алтарь для связанного оружия. Вот это первое. У меня там лежит еще связанный топор. И, видимо, скоро я буду делать еще и связанную кирку. Хотя зачарование, как вы знаете, не перебросить. Я сделал его очень сложно. Я сначала подумал, что там нужен простой кровавый камень. Я ошибся. Тут нужен ритуальный камень. Ну, тут мастер, но вообще просто ритуальный камень, как видите. Чтобы его сделать, я вот сделал вот такую штучку. Сразу ритуал вроде бы назначен, да? Или назначен. Крафтится вот так легко. Оно очень легко крафтится. И вот так. Я богатый, мне можно. И еще активатор. Без него он работать не будет. И в вашем, так сказать, сити крови должно быть очень много крови. К примеру, самое максимальное у меня это 150 тысяч. Да. Блин, слишком много затрат. Лавовый кристалл, вот просто минус. Зато можно призывать молнии, которые будут тебя бить. И также на магическом алтаре, вроде бы если разместить слезу Гаста, то будешь управлять молниями. Либо куда ты управляешь, типа, вот стрельнул в то место, и она туда ударила. Либо там, где она бьет, куда захочет, и во что захочет, ты куда пошел? А, ну ладно, иди. Да, вот, призывалка, это водные. Мне нужно хотя бы штук 30 выбить, чтобы нормально так.
чтобы постараться вызвать это босса наконец-то. Сейчас в сети один игрок, это печально. К примеру, Таункрафт я не изучаю, ну, не изучаю, потому что я уже добился всего, чего хотел, в принципе. К примеру, посмотрим. Так. А чё я добился-то? Ну, есть ритуалы, где они мне нужны. Я хочу скрафтить кольцо. Кольцо барьер, вроде бы, называется. Сейчас посмотрим. Кольцо, ты где? Извините, я не могу найти свое кольцо. У меня столько сундуков. Вот. Рунный щит. Я не знаю, как он действует, но есть рунный щит 10 и 12, вроде бы. Так что мы все это используем. Это я все нашел. В подземельях. К примеру, я покажу сейчас ритуал связанной кирки. Вот, ложим сюда связанную кирку и нажимаем... Так, куда я штучку положил? Вот сюда. Вот. Быстрее убираем огонь, чтобы не спалить ничего. Ну и где моя связанная кирка? Чем мне ее дали? Нет. Вот, ритуал завершается и... О, красиво, да? А я не понял. А, вот она. Даже достижений дали, капец. 10 урона, у каждой связанного оружия урона нормально так будет. К примеру, кирка. Вот здесь она лежит, я это хорошо помню. Зараза. Нет, я это плохо помню. Иду, ладно, тогда сюда прыгну. И тут ее нету, да вы издеваетесь. Может, я слепой? Ну-ка, еще раз. Я помню, что я куда-то ложил ее. Хорошо помню. Может здесь? А если здесь? Может, ну эту связанную кирку? Пусть валяется где-нибудь. Мне она, в принципе, не нужна была. Нет, я ее хочу найти. А, ну да, конечно. Рядом с зачарованными книгами. Попробую найти зачарованный топор. Вот 11 урон, эффективность 3. Сейчас мы проверим кирку. Для этого мы немного подкапываем под себя. И сейчас мы это проверим. Тыкаем. Ох! Это замечательно, в принципе. Ну-ка еще. Вау! Правда, мусора целая куча собирается. Ладно. Да выброшу. Вот это заберу. Пригодится. Да не ты. Нужно с собой таскать зажигалку. Ладно, недолго отсюда уйдем. Кстати, она забирает 10 тысяч маны. У меня такого нету в сети. Меня спасают просто мои доспехи земли. Честное слово. Замечательные доспехи. Так, надо немного прибрать инвентарь. Он у меня опять замусорен. Так, проверяем свои бонусы. Что мне выпадет сегодня? Надеюсь, это будет не земля. Пожалуйста. Еще лучше. Хорошо. Сложу это в позорный сундук. Оп. Я тут кое-что понял. Не шутите, пожалуйста, с кровью. Потому что после 2-3 вот таких вот штук я умер. Я сразу умер. Я лучше буду тыкать в этот шар несколько раз, чтобы вот так все делать. Так что лучше не спорьте с магией крови. Это вам Майнкрафт потом припомнит, честно. Я кое-что заметил. Вместо 65 левелов у меня осталось только 5, мама. Капец. Просто я час сидел, убивал этих мобов. И в итоге все, что я получил, это ничего. А, еще заметил, что левел мага у меня с 11 упал до 7. То есть умирать мне нельзя. Как же? А, еще и огненная магия. Понизилась на 3 уровня, а магия, которой я управлял с помощью, типа, взрыва или молнии, минус вообще полностью исчезла. Я ненавижу это. Я ненавижу. Вот за что мне это? За что? Ладно, сам виноват, хорошо. Вот самая топовая броня из Blood Magic. Вот водный омега-шлем, тут вся доспехи помеги. Земляная, водная... Воздушная, но тут почему-то воздушная все вообще плохо. Я не знаю, зачем ее создавать, если она такая ужасная и противная. Потому что это минус. Опять же, минус. А это поножи. Ну вот как они крафтятся. Используется тот же алтарь, что и у меня стоит. К
Крафт у Омеги очень сложный. Я, наверное, не успею даже за месяц его сделать. Один причем. Так что, видимо, это придется ставить до следующего вайпа. То есть будет вайп, и мы уже серьезно всем займемся, я надеюсь на это. Сейчас я попробую совершить обряд. Блин, куда это? Вот. Бластер попробую сделать, бросаю вот это, действую, вот, начинает все действовать, это я по-быстрому убираю, бьет молния, да, она же бьет, все хорошо. И опять придется ждать, хорошо. Вот, сразу мне в руки, вау. Как он действует? Активируем и опа! Вау, я же могу без остановки стрелять, сколько это отнимает? Например, у меня сейчас 22380, я стреляю. А, точно, 150 отнимает, хорошо. И причем урон у нее 12. А моего меча 15. Этого 10, 11. Ну это в принципе нормально так-то. Может поможет Гай убить? Да не, мне этого. Что хочу сказать напоследок. Этому моду нужно выделять очень много внимания, потому что весь его не изучить. Это почти как ботания. Пока ты не заполнишь бассейн, ты ничем другим заняться не сможешь, кроме как собирать цветы, крафтить цветы и как я их так садить. Кстати, они очень мало маны создают, лучше бы вот таких. Если бы было бы больше динамита, понятно бы, что работа пошла бы намного быстрее. Так что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Растин. До новых встреч. Думаю, следующая часть будет. Я подумаю, о чем она будет. К тому моменту либо будет вайп, и я засниму что-нибудь новое, и произойдет вайп, и я опять вернусь сюда же. Все зависит. Ну, я не закончу снимать на Сигме, пока не убью Гаю. По крайней мере, до вайпа. После вайпа начнется все заново. Там уже и, наверное, дракон. Да ну, дракона я не потяну, он слишком сильный. Урона у него тоже много, в принципе. Так что всем спасибо и всем пока. До новых встреч. Пока. Пока-пока-пока. Попробую-ка я иссушителя убить. О, привет, малыш. А я могу тебе так стрелять? Пдыщ. Нет, не могу. Мне хана, мне хана, мне хана, мне хана. Прощайте. Это было изи. Иссушение. Ну, почти изи. Я боялся, что он меня убьет, честно.